Всем привет! Я уверен, что все любят слушать музыку, независимо от жанра и стиля, будь то рок, рэп, классика или шансон. И в каких наушниках слушать нашу любимую музыку, я считаю, очень важно. Я лично перепробовал много различных наушников, и какие хорошие, а какие не очень, могу различить. Так что сегодня поговорим про Bluetooth наушники от компании Blitzwolf. А еще также про вот такую классную селфи-палку Monopod, но давайте все по порядку. Blitzwolf давно уже делает гаджеты на высоком уровне, почти как Xiaomi. И вот они добрались и до наушников. Если вы не любите вакуумные наушники и хотите выключить ролик, то не спешите. Я ненавижу вакуумные наушники, они у меня постоянно выпадают и теряются. Но по рекомендации некоторых ребят решил заказать вот эти. И не ошибся, скажу я вам. Они очень хорошо держатся в ушах из-за ушных наконечников. По крайней мере, их так китайцы называют. И при обычной ходьбе и при беге они у меня ни разу не выпадали. Вообще, эта модель позиционируется как беспроводные Bluetooth наушники для спорта и имеют отличную фишку в виде защиты от пота и небольшой влаги IPX4. Что же касается комплектации и параметров наушников, то они поставляются в комплектации, как говорится, дорого-богато. Тут у нас и приятный кейс для хранения и переноски, кабель для подзарядки, несколько амбушюр с запасными ушными наконечниками или крючками, прищепка и корректор длины для регулировки провода, чтобы не болтался, гарантийка и макулатура для настройки. Хотя она, думаю, нам не понадобится, все очень легко и просто подключается. Сами же наушники сделаны из металла и пластика, и они достаточно большие, потому что там скрывается вся электроника, но их размер не создает вообще никакого дискомфорта. В корпусе расположился литий-ионный аккумулятор емкостью 110 мАч и способен питать всю систему до 6 часов от одного заряда. Имеются компенсационные отверстия, тканевые сетки на звуководах, логотипы производителя, гибкие выводы и даже магниты на торцах каждого наушника. Замечу, что магниты сильные и цепкие и позволяют легко сцеплять наушники между собой, тем самым организуя петлю на шее, которая препятствует падению гаджета на пол. Чип, используемый в наушниках, CSR8645 с Bluetooth 4.1. По заверению разработчиков, данный чип подарит вам звук, который вы в Bluetooth наушниках еще не слышали, и он будет приближен к проводным. Со своей же стороны скажу, что звук реально хороший, объемный и в целом приятный. Басы выделяются и хорошо приукрашивают музыку, которую вы слушаете. Я предпочитаю, чтобы басы были менее выраженными, но это меня вполне устроило. Да и в принципе можно все настроить эквалайзером по своему вкусу. Это у меня первые беспроводные наушники и уверен, что их звучание подойдет и понравится всем слушателям музыки разных жанров. Тем более за такую приятную цену в $20. А если вы еще используетесь вот этим вот промокодом, то получите скидку в 20%. Что же касается провода, он у нас тонкий, не особо гибкий и не позволяет запутаться наушникам. Ближе к правому наушнику располагается трехкнопочный блок управления гарнитурой в пластмассовом корпусе, в который встроены микрофон и гнездо microUSB для зарядки. Гнездо закрыто силиконовой заглушкой. При звонках и общении по телефону меня слышно хорошо и разговаривать можно вполне комфортно, главное, чтобы связь была хорошая. Подключаются наушники к телефону и, например, к ноутбуку вообще без всяких проблем. Просто включаете Bluetooth, находите и нажимаете «Подсоединиться» и все. В заключении скажу, что наушники качественные и приятные. И звуком превосходят многих своих китайских конкурентов, которые близкие по цене, а некоторые даже еще и дороже. И если вы ищете подобные Bluetooth наушники, то эти однозначно рекомендую к приобретению. С хорошим комплектом, высоким качеством изготовления, приятным внешним видом и стабильной продолжительной работой они вам очень понравятся. А еще напомню, у них приятная цена и есть промокод в описании со скидкой в 20%. А это у нас универсальная селфи-палка Monopod. Очень качественно собранная штука. Что мне понравилось, так это то, что эту селфи-палку можно установить через переходник, например, экшн-камеру. Идея очень крутая. Этот Monopod можно легко превращать в трипод-штатив для установки на столе. Выдвижная селфи-палка с вращающимся зажимом. Возможность установить любой смартфон с шириной экрана 56-85 мм, то есть обычные стандартные телефоны и лопаты. А также есть Bluetooth-кнопка для управления процессом фотографирования и съемки видео. Приходит гаджет в черной коробке с переходником-башмаком для экшн-камеры,
а также с добротным таким брендовым кабелем зарядки и инструкцией по использованию. Сделан монопод из алюминия, благодаря чему он может выдерживать значительные нагрузки при общем своем весе в 148 грамм, а кнопка управления совместима со всеми устройствами, поддерживающими Bluetooth 3.0. Я присобачивал свою основную камеру, весом она где-то в 500 грамм, и монопод выдерживал ее вес спокойно. Площадка же для телефона крутится туго, а это значит, что надежно, и ее можно повернуть как вам хочется на 360 градусов. Bluetooth-пульт дистанционного управления, который позволяет делать снимки на расстоянии от смартфона, надежно закреплен в корпусе и имеет обычный USB-разъем для подзарядки. Кроме того, установив монопод на треноги и используя пульт, вы избежите смазывания снимка и задрожания рук, что иногда очень важно и даже полезно. Что же касается ручки монопода, она разделяется на три лепестка, превращая его в устойчивый трехногий штатив. Такая конструкция позволяет установить смартфон на стол или любую другую ровную поверхность и проводить видеоконференции, связываться по скайпу, а также делать фотографии. В общем, вещь не только интересная, но и практичная, функциональная и выглядит привлекательно и строго. Намного лучше, чем подобные палки других брендов. Товарами от Blitzwolf я очень доволен, я бы сказал, что это вторая Xiaomi по качеству своих товаров. И сегодняшние гаджеты сделаны также на высоте, и нареканий на них совсем нет. Смело могу порекомендовать вам данный бренд к рассмотрению. А также оставлю вам промокоды под видео на наушники в 20% и на селфи-палку в 15%. Смело покупайте, не пожалеете. А также не забывайте использовать кэшбэк и сэкономите еще несколько процентов с покупки. Хотя я думаю, что вы и так им пользуетесь, ведь вещь проверенная. А если вдруг нет, то регистрируйтесь по ссылочке в описании. Ставьте лайк за мои старания и подписывайтесь на канал. Скоро будет еще много интересных видео. Спасибо за просмотр, всем пока!